Большинство людей боятся очень сильно отдавать, потому что они видят в ответ наглость и видят, что близкий человек наглеет. Если вы просто сами будете так делать, обязательно обнаглеет. Но если вы служите Богу, думаете о Боге и ради Бога делаете для человека. Ради, не просто, а вот потому что, ну понимаете, ради чего-то должно, ну что такое бескорыстие? Человек не может без взаимности вообще жить. Вот ты, допустим, что-то кому-то сделал, все равно тебе нужно, ну, что-то назад, понимаете? И если ты говоришь, ради Бога я тебе делаю, то назад ничего не нужно. Вот представляете, вот просто говоришь, ради Бога я тебе готовлю, ради Бога я тебе служу, стираю, ради Бога я это делаю тебе. И скажешь сразу, что это, почему ради Бога, а не ради меня? Потому что если ради тебя, то тогда ты тоже давай назад. Ну понимаете, да, о чем я говорю? Ну то есть Бог всегда назад даст. И поэтому есть такое понятие бескорыстное действие. Что это значит? Это значит, я действую во имя Бога. И Бог мне назад отдает. И это означает бескорыстное действие. Потому что без взаимности жить невозможно в этом мире. Бог отдает. Нет, там другое. У Бога чистое чувство бескорыстное. И у тебя бескорыстное к Нему. Это любовь называется. Там нет корысти. Есть корысть, это когда ты требуешь любовь. А от Бога требовать не надо, потому что Он отдает сразу. И ты Ему отдаешь сразу, и Он от тебя не требует. Бог вообще никогда не требует любовь от нас. Вообще никогда. А они не бескорыстно Ему служили. Потому что если бескорыстно, они бы так не говорили. Если бескорыстно, Бог бы дал. А если человек корыстно служит, Бог не дает. Он потому что не дурак. Он понимает, кто есть кто и кто чем занят. Итак, я о чем вам сейчас говорю? Вот смотрите, я говорю об очень тонком моменте, который рушит нашу жизнь. Я говорю о том, что мы, заботясь о близком человеке, не верим, что это приведет нас к победе. Мы всегда говорим, сначала деньги, потом стулья. И не наоборот. Ну это из старого фильма «12 стульев». Вот. Мы так говорим близкому человеку. Вот когда ты, тогда и я. Вот так мы ему говорим всегда. Ну, боимся, чтобы не пострадать от невзаимности. Но теперь смотрите, если вы во имя Бога все делаете близкому человеку, то вы сможете быть бескорыстным с ним. И Господь его сердце отдаст благодарностью. И вот в это время, когда благодарность придет из его сердца, вы можете рассчитывать на то, что вы всю жизнь будете, проживете с этим человеком, и он никогда от вас не уйдет. Знаете почему? Потому что в любви есть две стороны. Первая сторона — это служение, а вторая — наказание. Понимаете? Если ты видишь, что человек тебе благодарен, ты можешь ему сказать правду, и он не сможет не услышать, потому что благодарное сердце настроено на принятие того, кого оно благодарит. Это значит, что если ты скажешь человеку, который тебе благодарен, ему придется услышать. Потому что все, что бы ни говорила жена мужу, он никогда это не слышит. Все, что не говорит муж жене, она этого никогда не слышит. Потому что она с ним встретилась жить не для того, чтобы он ей знания давал. Она с ним встретилась для того, чтобы он наслаждал ее чувства. Мне жена говорит, лекции будешь рассказывать своим слушателям. Она со мной встретилась не для того, чтобы я ей знания дал, понимаете?
Она хочет наслаждаться мной. Так устроен этот мир. Понимаете? Ну, совместить роль мужа и учителя. То есть, другими словами, могу ли я себе найти такую жену, с которой бы я был и мужем, и учителем одновременно? Такое возможно. Но я эту жену никогда не буду ни уважать, ни ценить, потому что она применит ко мне любовь, веру. И всегда, когда женщина или девушка создает семью с человеком, которого она считает и мужем, и учителем одновременно, этот человек ее обязательно бросает. Это мой опыт. Я видел таких много раз примеры. Понятно, да? Она ему в рот смотрит, прыгает на задних лапках и унижается перед ним, потому что он рядом с ней начинает чувствовать себя Богом. Запомните, учитель — это тот, кто на женщину не смотрит с вожделением. Если, допустим, девушка к совету у какого-то мужчины, наставника хочет взять и видит, что он на нее смотрит и наслаждается, женщина может видеть этот взгляд всегда. Он видит, что мужчина смотрит на нее и наслаждается. Этот мужчина ей не может дать никаких советов, запомните, потому что он не квалифицирован быть наставником. А если ты спросила советов у мужа, это нормально. Но женщина, когда спрашивает у мужа совет, она не как у наставника спрашивает, она просто очень сильно беспокоится, она уже знает, что она будет делать. Ей 100 лет не надо у него как бы узнавать, что ей делать. Она просто хочет, чтобы он подтвердил ее желание. И когда мужчина думает, блин, ну наконец-то она меня спросила, что мне делать, что ей делать. Он потом обламывается, потому что она говорит, что ты как бы навязываешься со своим мнением. Он говорит, так ты сама меня спросила. Ну и что, не навязывайся со своим мнением. Ну то есть я как же не отвечаю? Я сначала, она меня спрашивает, не знаю, что делать. Ну то есть мужчина думает, значит, надо ей объяснить, что делать. Это глубочайшая ошибка. Она вас слушать не будет. Вот. Надо узнать, какие варианты есть у нее. Надо ее спросить, а что, как бы ты считаешь, вот что можно делать, так или так? И она начнет рассказывать, есть такой вариант, я бы хотела вот так. Ну все, значит, надо вот понять, если как бы совсем там труба, как она хотела, ну надо так мягко, очень аккуратно сказать, ну так хорошо, это правильно, но будут такие последствия. Вот будет вот так и так будет вообще плохо, но это правильно так. Ну, хотеть так это хорошо, но как бы, ну последствия ужасные. Понимаете? А если нормально она хочет, надо сказать, мне кажется, тебе надо вот в эту сторону двигаться, вот это правильное решение. И она, спасибо. Спасибо, потому что женщине нужна именно поддержка. Ей не нужно решение, а поддержка. Она хочет, чтобы ей муж дал силы вот сделать то, что она хочет, а не то, что она прямо вот не знает, что ей хотеть, вот, и прямо к нему пришла за советом. Жена никогда мужа наставником не воспринимает. Она его воспринимает поддержка, сила, возможности в жизни, дети. Ну, там много чего от мужика можно получить. Вот. Ну, только не наставление, это уж точно. А если вот она настроена получать от него наставление, то есть она настроена к нему как к Богу и как к мужу одновременно, да? То есть она его наставником воспринимает, а он испытывает к ней вожделение. Это означает, что он не квалифицирован быть наставником. Это значит, что он начинает Богом рядом с ним чувствовать, и она обязательно унизится рядом с ним. А когда, запомните, когда человек унижается где-то и когда-то, он всегда теряет свою красоту и влияние на того, рядом с кем он унизился. Ну, то есть, если, допустим, женщина унизилась рядом с мужчиной, чего, в общем-то, мужчина всегда и добивается, то это означает, что она его потеряет. Почему? Потому что она для него красивой уже никогда не будет.
Или будет, когда она победит в себе это унижение? Ну, то есть нужно менять отношения тогда. Нужно сначала на дистанцию уходить, а потом, если он тебя примет, что ты уже не униженная, тогда можно опять сближаться. Понятно, да? Теперь вернемся назад. Вот человек смог делать так, чтобы счастлив близкий человек был. Ну, как мы вчера говорили, увидеть в нем божественное, заботиться об этом божественном, терпеть человеческое от него, потому что человек же будет нас мучить, через него моя карма идет. Это принимать, надо терпеть, молиться, переваривать и опять видеть в нем божественное. И так жить с человеком. Возможно только в том случае, если ты не унижаешься. Потому что если ты почувствовал себя униженным, несправедливость почувствовал в том, что происходит, это значит, что ты потеряешь этого человека. Лучше живи, как жила раньше, как не связывайся. Если ты хочешь служить человеку, сначала почувствуй взаимность с Богом, почувствуй в себе силу. Когда человек богатым становится, то есть он от Бога получает вот эту взаимность, у него достойное сердце становится, сердца достойные любви становятся. Сердце достойной любви означает, что у человека есть сила, идущая от Бога, у него есть вера. Он в человека веру не вкладывает и не ждет взаимности от человека. Он просто хочет, чтобы человек был счастлив рядом с ним. И все. Вот это правильное мышление. Но все люди в отношениях погорают на желании взаимности. Сначала идет несправедливость, потом облом, потом разочарование, потом я с этим жить человек не могу, он всю жизнь не отравил. Это все от ожиданий идет. А ждать от человека нечего, потому что мы все эгоистичны по природе. Хорошо, если вы хотите ждать, ждите, но вы должны быть бескорыстными. Но нет, я не видел бескорыстных, только святые люди бескорыстные. Но бескорыстные означает, ничего не ждут. Поэтому как бы здесь нет вариантов просто. Итак, мои хорошие, любовь возникает только после правильно построенных отношений. Первое правило – нужно начать строить отношения с Богом, как бы вы его ни понимали. Это уже ваше. Он примет любые отношения. Второе. Нужно начать делать для человека то в своем сердце, что принесет ему счастье. И третье. После того, как он благодарным станет, надо начать его воспитывать. И как надо его воспитывать? Нужно ему говорить правду и ждать, когда он ее поймет. Воспитание не означает мучить человека. Воспитание означает открывать истину. Причем делать это надо очень ненавязчиво. Вообще близкие отношения очень ранимые. Очень ранимые. Вот если мужчина, допустим, грубо женщине говорит о чем-то, она вообще просто с ума сходит от этого. Она не может это. Мужчина обычно истину, когда докладывает, он такой: «Я же тебе говорил». Он такой. Когда он так говорит, у женщины там мозги вообще сводит. Он думает: «Господи, как он меня достал». Понимаете, у нее такое состояние возникает. Женщина, когда истину говорит, она говорит на эмоциях. Ну, то есть у мужчины истина идет из головы, а у женщины здесь очень чувствительная зона. На нее, если мыслями давить, у нее вообще она ничего не соображает. Она такая думает: «Блин, что он хочет от меня, ничего не понимаю вообще». Ну, то есть у нее очень чувствительная зона здесь. И с ней можно, с женщиной вообще, с девочкой даже, если вы хотите девочку воспитывать, очень по-доброму ей все объяснять. Нельзя на нее давить мыслями. Она сразу теряется. Нужно по-доброму рассказывать ей, тогда она все поймет. Так же жене тоже. А если мужчина начинает демагогию толкать, она терпит, ей так тяжело это слушать. И как бы она, ну, естественно, ничего не поймет, что он говорит, потому что она все силы отдает на то, чтобы перетерпеть вот этот нажим психически. Вот, то есть у нее вот здесь дырка у женщины. Ну, то есть очень чувствительная к речи женщины, чувствительная к логике человека, к его грубости в словах. Очень чувствительная женщина. Теперь у мужчины дырка вот здесь.
У женщин, уже у мужчины нажим вот здесь, всегда. А каждый мужчина любит встать на стол и пофилософствовать. Как. Каждый мужчина любит. У женщины сила идет от сердца. Ну, то есть в голове находится логика, рассуждение. И у мужчины здесь эгоизм находится. Поэтому, когда он рассуждает, он давит своим мнением авторитетным. Вот. У женщины эгоизм находится в сердце. Здесь у нее находится слабая зона. А у мужчины эгоизм находится в сердце. Ой, женщины в сердце. А в сердце находятся эмоции, не логика. И поэтому женщина давит чем? Эмоциями. А у мужчины эмоции не может принять, у него там он слаб в эмоциях. И поэтому он и реагирует на женщину, она им по-доброму говорит: мой дорогой, он сразу раз такой, как котенок такой. Ну, потому что сильно на эмоции, на женские мужчины, у него здесь слабая зона. Женщина тоже реагирует на эмоции, но она их выдерживает. Я могу привести пример. Вот, допустим, взять мальчика и девочку 5 лет. Допустим, если девочку сильно целовать, эмоционально так очень с ней себя вести, она такая щечки подставляет, нет проблемы. Ну, то есть, потому что она держит энергию эмоций, у нее сильное сердце для любви. Маленького мальчика, если целовать так сильно, эмоционально очень, с эмоциями, не просто по-доброму, с эмоциями сильно, то он такой... отворачивается, да, заметили? Он не может терпеть эмоции. У него нет сил. Поэтому, когда женщина, муж приходит с работы, она говорит: пойдем, поговорим. Ну, с эмоциями. И в ответ она слышит неожиданную вещь совершенно. Он говорит: слушай, давай завтра. Я сегодня сильно устал. И он: при чем тут устал? И она звонит подружке, говорит: я ему сказала, давай поговорим. Подружка: я тебя понимаю. Я тоже так сказала своему. Мужчина своему другу звонит, говорит: слушай, я объяснил, нормально объяснил вообще. Вот. Она встала и пошла. Вот. Он говорит: да дуры они все. Друг ему в ответ. Понимаете, да? Систему. Так начинается ругань. Мужчина надавил мыслями, женщина отдала эмоциями. Он такой от эмоций, опять и логикой. Вот, та от логики напряглась, эмоциями отдала. И потом пошла жара. И они не могут друг от друга защищаться, и поэтому никто не может победить. Женщина сильнее эмоций, эмоции мужчина сильнее мыслями. И каждый долбит друг друга, и ранит. И никто не сдается, никто не может победить. Потому что они равны по силе, мужчина и женщина. Просто женщина сильна эмоциями, мужчина логикой. Вот и все. Поэтому не может быть муж наставником. Однако же, если женщина очистила свое сознание, и мужчина очистил свое сознание, они могут быть наставником друг для друга. Ну, то есть мужчина советуется с женой, потому что она мудрая. Женщина советуется с мужем, потому что он мудрый. Мудрый человек – это когда с ним советуются, не гордится. Вот это квалификация мужчины, который может советовать своей жене. Если она с ним советуется, а он не воспринимает себя Богом при этом, значит, он квалифицирован быть старшим не только для жены, а также для других людей. В противном случае она заметит это и не станет с ним советоваться. Она будет видеть, что он гордится собой. Она почувствует это.
И так очень важно научиться воспитывать близкого человека. Воспитывать означает по-доброму очень, доброта по-разному для мужчины и женщины выглядит. Вот, допустим, женщина должна мужчине как говорить? Она должна говорить мужчине правду, но очень мягко, ненавязчиво, после еды. В течение 10 минут можно сказать ему правду. Потому что когда мужчина наелся, он такой добрый становится. И он может от жены все что угодно услышать, послушать ее минут 10-15, не больше. В это время надо ему по-доброму сказать все, что вы хотите сказать. Но очень ненавязчиво вообще. И женщины знают, что они уже так делали. И они знают, что... Вы знаете, что такое черная дыра? Вообще, понятие черная дыра знаете? Это куда все вселенные уходят и назад не возвращаются. В космосе есть такое понятие черная дыра. То есть оттуда ничего не выходит. Все туда, она все затягивает в себя. И если вы мужчине сказали своему мужу слова, допустим, слушай, тебе бы надо бросить курить, ты уже кашляешь. Допустим, вы так сказали, по-доброму, ненавязчиво, без эмоций вообще. Вы увидели, как ваши слова зашли в черную дыру. Да, знакомые? То есть они туда зашли, и они оттуда не выходят. Никак, то есть как будто бы вы не говорили. То есть ваши слова туда зашли глубоко в мужа, и все, и они там растворились. Так, да? Знакомая ситуация? Женщины, запомните, так оно и есть. Потому что у мужчины, у него настолько глубокая психика, и он так медленно все меняет в своей жизни, ему надо все очень долго постигать. Женщина лекцию послушала сразу, все меняем в жизни, все. То есть она сразу все постигла на короткое время. Потом меняет в другую сторону все, то есть что-то другое постигла. Не так психика работает. Но иногда она очень сильно глубоко погружается, конечно, но всегда она очень сразу вдохновляется знанием, женщина. Потому что она сердцем воспринимает. Мужчина, чтобы знание, он очень глубоко изучает. То есть он слушает, разумный мужчина слушает, и он не принимает, не отвергает. Допустим, если он уважает свою жену, то есть, понимаете, издавать знания мужу можно только после капельки благодарности. Если он благодарен вам за то, что вы такая бескорыстная по отношению к нему, только в это время можно очень ненавязчиво сказать: «Знаешь, мне кажется, я могу, конечно, быть не права, но тебе, мне кажется, уже пора бросать курить». Конечно, ты не бросишь, тебе надо начать спортом заниматься, чтобы это чем-то заменить. Но это должно произойти, мне кажется. Иначе у тебя уже начинаются простуды, кашель, уже опасно для здоровья. И он такой послушал, говорит: «Хорошо, хорошо», и пошел. И ничего не меняется. Потому что так устроена психика мужчин. Женщины, если вы в среднем по-доброму раз 50 ему скажете, по-доброму, то где-то на 30-й раз он подумает, в этом есть какой-то смысл. Потому что она уже мне 30 раз это сказала. Надо об этом задуматься. На 40-й раз он начнет изучать эту тему, то есть прислушиваться. Допустим, кто-то на новостях начинает говорить о курении. Думаю, так, жена говорит об этом. Надо послушать, что люди говорят. И на 50-й он уже сам начнет об этом думать. Но при этом, если он бросит курить, и вы скажете ему: «Вот видишь, я тебе столько говорил, и ты наконец бросил курить», то это будет плохая идея. Почему? Потому что он вам скажет: «Моя дорогая, я всегда знал, во-первых, я всегда знал, что надо бросить курить, а во-вторых, я бросил сам». Поэтому, женщины, не рассчитывайте, что ваша помощь мужу будет оценена.
Потому что мужчина, который согласился, что жена помогла ему бросить курить, перестал быть мужчиной, запомните. Мужчина в жизни может принимать решение только сам. Никто ему не может помочь. И если мужчина согласился, что ему кто-то помог, то это должен быть или старший, или... Но только не жена, это уж точно. Поэтому вам надо просто делать свое дело и как бы не ждать награды особо. Если, допустим, вы даже мужа на лекцию привели, то как бы он с вами согласится, скажет, да, ты меня привела, но внутри подумает, да я сам пришел. Она может считаться старше, конечно, но она потеряет мужа очень скоро. Потому что если он мальчиком рядом с ней становится, а она мамой, то когда он вырастет и перестанет быть мальчиком, он найдет себе жену, а маму отправит. Поэтому пока не поздно, надо перестать быть мамой для него, потому что он все равно вырвется из этих отношений, когда повзрослеет. Я в целом, конкретно про вас.